шелохнется просто. Идеальная дорога. Вот это надо нашим руководителям, украинским руководителям, это Дорремстроя или кто там занимается строительством работ, приехать сюда и с лопатой тут походить, пораставлять столбики и поучиться, как люди делают, посмотреть хотя бы, блин, неужели нельзя в Украине построить дорог вот таких? Ведь расстояния совсем другие. Ужас, как слепят что-нибудь, блин, сори. Через неделю уже надо переделывать все. Да. Вот это вот едешь по такой дороге и думаешь, как обидно все-таки. Ну, вроде бы люди все нормальные, материалы все есть. Времени уйма, денег валом. Нет, суки, рассуют по карманам. 2 сантиметра асфальта покладут на дорогу. Ай, когда нажрутся уже, блин, это... А тут просто удовольствие получаешь от езды. Рано. Без 15:07. Местное время без 15:08. Я встал сегодня поздненько. Не хотел ехать по темному, хотя можно было часа 2 назад или даже 2,5 назад выехать мне, но осталось-то 1150 миль. Я думаю, за завтра, если все благополучно будет, в смысле не будет гололеда, не будет снега, то я доеду, успею до среды. Вот такая тут дорожка. Небраска, 80-й фривей. Через 108 миль заедем на заправку. Подольем топливо. Полные баки. И продолжим. Скорость вот такая. Разрешенная вот такая. Ну так вот, об Украине. Пока приедешь в Украину, пока от аэропорта Киевского до города Сумы доеду, печенку, селезенку можно выбрасывать вообще, зубы восстановлению не подлежат. Ну, в общем, кошмар. Продолжаем двигаться. Вот так вот. Приехали, блин. Что там случилось? Фия, на ровной, на прямой дороге. На обочину ухватил при обгоне и...
вещи, да и заправиться. Даже и деф тут есть. О! Так. Заправился. Решил тут полчасика перестоять. А потом поеду. У меня еще 8 часов езды. Где-то миль 500 проеду, осталось это мне 1040 миль. Завтра добьем остальное. Мы уже в Айове, на 80-м фривее. Дозволенная скорость 70. Сильвания, да?
часика, перекурю и поеду легально дальше. Но я, правда, и так еду легально. Ну, а так будет еще легальнее.
95. До остановки 500 там чем-то миль за день можно доехать, я понимаю. Поля вокруг, не знаю, что тут росло. А вот и кукуруза есть тут, еще какие-то растения, не знаю. Ничего зря не выращиваем. Тей слева. Да у нас все есть. Топливо полный. Дев полный. Уже у меня без 25, тут уже без 27, уже фары повключали. Ну и день подходит к концу, через полчасика, да, где-то минут через 25 я буду останавливаться до завтрашнего утра. Спасибо всем, кто посмотрел это скучное видео. Сегодня оно вообще никакое, неудачное такое. Ну, ничего нету тут на этой 80-ке, все это вы видели. Вот такое вот. Все. Всем пока. Надеюсь, увидимся завтра. А может, послезавтра. Bye.